Многие, кто смотрит наш канал уже давно, видели эту оливку в предыдущих видео. И можно наблюдать, какой прогресс у этого дерева. Посмотрите, как утолщился ствол. Эта оливка хорошо цвела в этом году и сейчас плодоносит. У меня много планов на эту оливку, и позднее я расскажу о них. А сейчас хотел бы начать сбор урожая. У меня есть на него тоже интересные планы. Как депозит для плодов я возьму китайский горшочек для бонсай, вот такой, и будем складывать в него плоды, которые снимем с дерева. По поводу горшочков для бонсай, в ближайшее время я размещу на телеграм-канале фотографии ручных горшочков, которые мы будем выпускать для канала. Они будут с логотипом и с подписью автора. Они не будут очень дешевые, но они будут качественные и авторские. Так, приступим. Начинаем сбор. Будем делать это аккуратно, чтобы не повредить ветки. Когда оливки созревают, они приобретают на некоторых деревьях вот такой голубоватый цвет. И они бывают разных размеров. У этой оливки они небольшие, у других бывают более крупные плоды. Вот. У меня есть планы на использование всех этих плодов. Сейчас я вам о них расскажу. У канала есть хорошие друзья и помощники. Поэтому я хочу отправить им эти плоды. Пусть они попробуют вырастить у себя оливку бонсай из семян. Сделать это быстро очень сейчас не удастся, в связи с проблемами, которые существуют. Но я обещаю, что к лету семена будут у вас. Если вы находитесь в Европе, то, в принципе, я могу выслать семена эти вам по почте. Почему я говорю про то, что если вы находитесь в Европе? Я хочу провести розыгрыш оставшихся плодов у нас на канале. Вы будете писать комментарии, и потом в автоматическом режиме будет выбран тот, кто получит эти семена. Я думаю, что будет несколько человек, и буду отправлять сразу по несколько семян на всякий случай, что какие-то взойдут, какие-то, может быть, не взойдут. Вот. И вы сможете вырастить у себя дома оливку бонсай. Чем прекрасно это дерево? Первое. Оно вечно зеленое и будет радовать вас своей зеленой листвой круглый год. Второе. Оно достаточно неприхотливо. И, в принципе, не сильно зависит от качества воды, которая используется для полива. Конечно, лучше использовать дождевую воду, но если у вас такой возможности нет, то
Оливка будет с благодарностью пользоваться тем, той водой, которую вы дадите. Вот, собрал все плоды. Посмотрите, сколько получилось. Сейчас я посчитаю, сколько, и напишу имена тех, кто уже точно получит эти оливки с этого дерева бонсай. Если у вас какая-то есть идея, как назвать эту оливку, то тоже пишите в комментариях, и лучшее название получит семена. Посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Так, у нас на этом маленьком дереве выросло 68 плодов. Значит, в розыгрыше будут участвовать все эти плоды. Всего получилось 68 семян этого оливкового дерева. Буду отправлять по 4 плода. Первые два приза – это Илья из Сибири Дима из Калуги, Олег из Швеции, Екатерина она очень помогает на телеграм-канале, Егор из Германии. И хотелось бы очень отправить мне Саше в Киев. Даже так вот я напишу. Киев. Остальные семена будут в розыгрыше. Пишите комментарии, предлагайте название этой оливки, и будем разыгрывать. Многие из вас знают, что на канале существует сад, и в этом саду растут не только бонсай. Кто увлекается кактусами, я думаю, что будет тоже интересно получить семена этих кактусов. Это феррокактус, посажен уже много-много лет назад. Он вырос до достаточно больших размеров. И у него каждый год вот такие плоды. Сейчас мы откроем один из них и посмотрим, какие семена. Сейчас я открою этот плод. Надо делать аккуратно, чтобы не повредить семена. И откроем его. С
посмотрим. Ну, в этом этот плод, смотрите, он пустой. В нем семена не завязались. Тут есть буквально какая-то одна семечка. Так, сейчас посмотрим другие. А вот в этом точно есть семена. Сейчас мы откроем, и вы увидите. Семена очень хорошо видны. Посмотрите, как они переливаются на солнце. Так что пишите. Жду ваших комментариев. Вы сможете вырастить не только великолепную оливку, но, возможно, и кактусы. Вас порадуют великолепными цветами. Спасибо, друзья, за просмотр. Ждем вас на канале. Подписывайтесь, ставьте лайки. До свидания.